присутствуем на байк-рок фестивале «Взлетная полоса 2017», город Киров. Девиз этого фестиваля – грязь, грязь и еще раз грязь. Для того, чтобы попасть на территорию, необходимо надеть вот такие замечательные бахилы. Настроение в любом случае хорошее. И сейчас мы с вами посмотрим, что же это такое. «Взлетная полоса Киров 2017». Followed her to school one day and smoked the teacher's cool. What time did they have that day at school? Будет процесс!